Наши прогулки ведут все ниже. Мы уже сказали, что влияние политиков на знаковое пространство Николаева было губительным, что в символической реальности города здесь всюду царит хаос. Но ведь есть же города, которые могут этому сопротивляться. На них также наступает пошлость, но они не сдаются. Они черпают для этого силы в мифе, в идеальном представлении их жителей о себе, о своей роли в истории. Интересно, есть ли такой миф у Николаева? Чтобы узнать об этом, мы отправились на самую первую и самую устроенную улицу города, на улицу Ностальгическую. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр. У меня к вам вопрос. Что такое городской миф и как он соотносится с городским пространством? Да, это нелегкий вопрос, потому что мы часто можем слышать, что у каждого города есть свой миф, но очень трудно бывает определить, что это такое. Да. Вот с моей точки зрения, городской миф – это представление людей, живущих в этом городе, о самих себе и о том месте, какое занимает этот город вот в истории, вот в этом самом огромном космосе. Да, и значение его для упорядочения пространства, когда мы говорим о знаковом пространстве, да, очень большое, потому что именно этот миф расставляет все знаки и смыслы на свои места. Вот в качестве примера я могу привести вот эту улицу, которая называется Адмиральская, но я бы ее назвал Ностальгической. Почему? Потому что тот миф, который когда-то создавал город Николаев, тот имперский миф, он уже не существует, да, то есть он уже в прошлом. Но его влияние до сих пор чувствуется именно на этой улице, потому что здесь все еще мы можем видеть, да, что знаки, смыслы, здания, архитектурные сооружения сохраняют первоначально заданный порядок. Вот этот вот самый миф, он придает какую-то упорядоченность, да, которая была задана первоначальным замыслом. И тем хуже для нас сегодняшнего, потому что название улицы Адмиральская укоряет нас постоянно в том, что нет сегодня здесь ни адмиралов, ни адмиралтейства, ни флота, ни верфи. Ну хорошо, у нас нет ни адмиралов, ни флота. Не верьте, но у нас же есть вот эта вот улица. Вот смотрите, вот человек, он бывал в этом здании, да, он писал стихи, корабелы, снова я в семье родной. Правильно делал, потому что именно в стихах и других литературных произведениях и закрепляются мифы. И первый миф о Николаеве – это как миф о городе корабелов. Ну зачем нам тогда это ваше судоходство? Затем, что мы здесь живем, овечка. Ну и что же в этом плохого? На самом деле ничего плохого, если бы не одно «но». Николаев накрепко привязан именно к военному судостроению, которое не может существовать, не обслуживая агрессивную империю. Вчера советскую, позавчера российскую. И вы хотите сказать, что вот эта милая, мирная, да, спокойная улица, она вся пронизана имперским духом? Да, да. Этот миф о старом военном Николаеве до сих пор живет на этой улице. Здание Адмиралтейства, здание дома командиров и адмиралов, Зимнее морское собрание, известное сегодня как ДОВ, Мариинская гимназия, театр имени Шефера Чкалова. Все это осколки былого военного могущества города. Адмиральская улица – знаковая линия для жителей города. Однако ее нельзя назвать ностальгической для всех николаевцев. Корабелы совсем не скучают по этим кварталам. А кто скучает? Ответ простой – узкий слой управленцев, что обитали здесь целых 225 лет. Улица Адмиральская – главная в городе.
Она слышала твердые шаги Грейга, Лазарева и Глазенапа. Улица еще не забыла военные парады, фейерверки и пьяные гульбища народа. Она помнит все. В первые годы своего существования она не имела никакого названия. В народе прижился топоним «Главная улица». Улица Адмиральская обрела свое имя только в 1835 году. Полицмейстер Автономов устал от вечных неудобств с номерами продольных и поперечных улиц. Его полуграмотные околоточные надзиратели путались с названиями кварталов и перекрестков. Военный губернатор уважил просьбу полицмейстера, и в Николаеве появились Херсонская, Наваринская, Артиллерийская, Большая и Малая морские улицы, а главное превратилось в Адмиральскую. Однако для горожан осталось по-прежнему главной улицей. Постепенно этот район стал обретать административный ландшафт. Торговые ряды перенесли на Соборную улицу. К дому главного командира Черноморского флота пристроили пристань и разбили сад, который сегодня называют «Диким». Сквозную перспективу Адмиральской улицы затупиковали домом офицерского собрания. Площадь оформилась новым зданием городской думы, старой гауптвахты, памятником Грейгу и классическим флотским бульваром, а также Адмиралтейским собором и склепом Михаила Фалеева. Позднее появился фасад театра Шефера, а с северо-восточной стороны военный губернатор Николай Андреевич Аркас построил свой дворец. Улица приняла законченный вид. Здесь селилась властная номенклатура Черноморского флота и гражданского управления Николаева. Исчезновение этого имперского мифа, да, как оно вот определило вот это обстоятельство, что город наполнен этими безумными смыслами? Город не знает, чем жить дальше. И от страха заполняет освободившееся пространство в хаотическом порядке абсолютно противоречивыми смыслами и знаками. Вот, к примеру, пьедестал от памятника Ленина с надписью на нескольких языках «Николаев – это Украина» и увенчанный государственным флагом. Памятник композитору Аркасу, который атакуют альшанцы. Лютеранская кирха с часами, которые достались ей в наследство спортивного зала, который долгое время находился в здании кирхи. Бюст композитора Римского-Корсакова, который находится под пристальным наблюдением шести адмиралов. Целых шести. Флотоводцев. И флотоводцев. Да, и там еще целая артиллерийская батарея. Да, вот что это, как не знаковый хаос? Ну, знаете, все-таки мне кажется, что вы все утяжелили. Вот ведь все-таки есть у города какие-то другие, более приятные, да, такие воздушные мифы. Например, Николаев – город невест. О, красивый миф. А скажите мне, пожалуйста, как этот миф отражен в знаковом пространстве непосредственно улица Адмиральская? Ну, если брать архитектуру, то, конечно, почти никак, да, не отражен. Но если брать вот жизненные практики, обычаи, нравы, да, вот здесь роща, так, да, вот недалеко, куда свозят всех этих невест перед тем, как они становятся женами. А если, между прочим, вспомнить об архитектуре, да, здесь есть целых две женские гимназии, да, теперь, конечно, они уже не женские, но все еще гимназии, и там продолжается воспитание этих будущих невест, да, и если еще дальше пойти, да, то там будет музыкальная школа, которая охраняет, да, вот упомянутый вами Римский-Корсаков, там невесты обучаются игре на фортепиано. Убедили, согласен. После революции большевики переименовали Адмиральскую в улицу Карла Маркса. Памятник Грейгу свалили, собор взорвали и надругались над могилой Фалеева. Здание гауптвахты тоже было разрушено, а древней площади Старого ничего не осталось. Власти стали формировать новый архитектурный ландшафт. На гигантский постамент Грейга поставили маленькую станковую фигуру Ленина. Разбили звездообразные клумбы и новыми фонарями облагородили мостовую, ведущую к Адмиралтейству. Война и немецкая оккупация прервали архитектурное творчество большевиков. Фашисты при отступлении взорвали все многоэтажные здания на Адмиральской. Пришлось главную улицу восстанавливать заново.
Ей вернули старое название «Адмиральское», построили здание горкома партии в псевдо-сталинском ампире, установили новый памятник Ленину, а на месте бывшего аквариума Леонтовича возвели многоэтажный модернистский куб, где поселили областную власть. Памятники социалистическому домостроительству превалируют на главной улице Николаева. Появились коробки жилых девятиэтажек, здания профсоюзов, глампочтамта, дворца творчества учащихся и фасады пятиэтажных хрущевок на пересечении с улицами Фалеевской, Декабристов и дом областного архива на Московской. Адмиральская не может отказаться от того самого модернистского вида, что вызывает ностальгию бывшей партноменклатуры. Может, она действительно ностальгическая? Вряд ли. Для большинства горожан эта улица и сегодня остается главной. Именно здесь решаются все личные и общественные проблемы. Или еще один миф. Николаев – хлебный порт. Да. Ну, вспомните, чем занимались альвеполиты много тысяч лет назад, да? Они продавали зерно. И вот, когда в Николаеве там замирает там, или умирает военное судостроение, Николаев всегда возвращается к своему первому предназначению и превращается в порт, торгующий зерном. А какие же символы на нашей Адмиральской рассказывают нам вот об этом первом предназначении? Ну, к сожалению, военный имперский миф растворил все хлебное здесь, но не все потеряно. Я предлагаю в мэрии, так, сделать то, что там было всегда. Сделать контору над портом. Да. Да? А в ДОФе, в доме офицеров флота, можно устроить зерновую биржу. Слушайте, прекрасная идея. Я даже готов пойти туда работать брокером. И вот еще один миф. Так. Да, мы можем увидеть, как он творится прямо на наших глазах, если видим из улицы Ностальгическая. Это миф о городе Николаеве, который не хочет строить корабли. Он больше не хочет работать, он не хочет учиться, он даже не хочет жениться. А что же он хочет? Он хочет развлекаться. При этом ничего для этого не делает. Вам вообще ничего не надо, кроме мобильников, да, порнухи и наркоты. А я уже целый год клей не нюхал. И шутки у вас тупые, идиотские. Почему же? Да потому что чувство юмора не развито. Для чувства юмора нужна культура, которой у вас нафиг нет. И этот миф творится сейчас, прямо на наших глазах, вот на этой кафедре, которая расположена недалеко от одного очень национального университета. Очень интересно, профессор. И вы называете эту улицу ностальгической? Да, я так ее назвал, но получается как-то сложнее. Мне кажется, в нашей ностальгии нет желания вернуться назад. А есть только сожаление о том, что мы не знаем, как двигаться вперед. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. О,
Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою, и как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.